политолога Константина Калачева. Я последую совету. Сейчас мы до него доберемся. Кстати, обращаю внимание на дату 5 июня. Вот этот совет. Он изложен немножечко витиевато, но смысл его понятен. Калачев считает, что оппозиция действует довольно вяло и не использует существующие возможности. Никто не предложил технологии, которые бы показали, что многие проголосовали против. Можно фотографировать бюллетени и посылать их на единый адрес. Сказать: мы тут провели подсчет, нам прислали миллионы бюллетеней. Мы предполагаем, что результаты искажены. Но этого не делается, заключил Калачев. Кстати, в Твиттере с таким же предложением выступил практически... Вот 5 июня. Выступил практически с ним в один я день. Фото своим. Своим бюллетенем покажу потом, в том числе в Фейсбуке. Всему я интернету. У моих потомков чтобы. В моей позиции сомнения не возникло даже тень.